Магомед Шариповым и шейхом Магомедом Арабханом. Этот турнир мы показывали на Бокс ТВ в прямой трансляции. Рост 180 метров, вес 7480 килограмм. Профессиональный рекорд 8 боев, 5 побед, 3 поражения. И последний бой, дамы и господа, родом из Украины, представляющий Санкт-Петербург, Василий Паличон! И его сверху красного рубля. Бойцу 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 74,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 16 боев, 12 побед, 3 и 4 поражения. Симфольная борьба. Дамы и господа, приветствуйте из красного Расул Шаоскана! Рыбетика Лукаш Пасадский. Ну что ж, у нас первый раунд, и вот так неожиданно Василий Пальёк его начал. Василий спиной к вам сейчас. И вот начинает с лоу-кика Расул Шавхалов. А Василий Пальёк стал профессионалом в феврале 2014 года. Первые два боя выиграл. Затем потерпел два поражения участника турнира Fight Nights Fight Club, бойцовский клуб Fight Nights. И участник еще одного турнира Fight Pro. Fight Pro и Fight Pro 4. Здесь ему удалось выиграть. Один раз нокаутом. И другой раз тоже нокаут. Участник турнира ACB-28. Турнир состоялся в декабре 2015 года. Тогда Исламу Исаеву проиграл по очкам Николай Пальёк. Мы видим, работает первым номером Расул Шавхалов и очень неплохо пока действует на ногах. Василий Пальёк включил такой велосипед, использует пространство октагона. Но вот попался он на бросок и переводит ситуацию в партер. Расул Шавхалов, Расул Шавхалов. Выходец из вольной борьбы, поэтому в партере чувствует себя более чем уверенно. И думаю, что шансов у Василия Пальёка, честно говоря, немного, судя по действиям в октагоне. Хотя он старается защищаться, но, видимо, попытался так мостиком выйти из ситуации. Жестко сейчас на взрыве двойку провел Шавхалов. Контролирует. Ситуацию, возможно, попытается выйти в маунт. Хотя у него и здесь получается. Была попытка захвата ноги от Пальёка. Так. Бросается опять Шавхалов на соперника. Жестко попадает Расул сейчас. Попытка удушающего приема. Затем коленом в голову работает Шавхалов. В общем, он активнее.
несколько жестких ударов. Солнечным сплетением пропускает Павек. И вот здесь левый боковой точно ложится в цель от Расула Шавхалова. Тем не менее, выходят из клинча бойцы. Хай-кик от Павека. Переворачивает Спартак. Шавхалов Павека, но успевает сделать треугольник. Поставить треугольник. Василий. И на ногу, болевой на ногу. Пытается провести Расул Шавхалов. Но в итоге оставляет эту идею. Пытается прорваться вперед. Разбивает боковыми голову Расул Шавхалов сейчас сопернику. Ну что ж, первый раунд закончен. Был он Расул Шавхалов. Без всякого сомнения, были очень хорошие моменты. Ну а Василию Павеку нужно, наверное, как-то поменять тактику, если он хочет победить в этом поединке. Итак, у нас второй раунд. Первый был за Расулом Шавхаловым. Напомню, прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ. Из Ростова-на-Дону. ACB 38 прорыв. Расул Шавхалов сейчас идет вперед. Его соперник Василий Павек. Бой в промежуточном весе до 75 килограммов. Традиционно для себя уже переводит ситуацию в партер Расул Шавхалов. Такая здесь позиционная борьба. Удаются ему боковые удары. Попытка была пройти в маунт, но здесь решил просто сбоку поработать Расул Шавхалов. Ищет Расул варианты развития атаки. Позиционная борьба в партере, там попытка обоюдная
совершить удушающий прием. Вот мы видим, Полек пытается сделать болевую на руку. Сможет ли? Другое дело, сможет ли? Очень, да, неприятная для Расула ситуация. Сможет ли Полек это сделать? За всех сил терпит Расул. Видим, как ситуация переворачивается. Удается ему освободиться. И вот теперь уже захватывает шею. И поднимает рефери. Разнимает рефери бойцов. Итак, пауза закончилась, и второй раунд. Бойцы продолжают стойки. У нас уже вторая половина пятиминутки. Расул Шавхалов против Василия Полека. Черно-зеленые трусы – это Расул Шавхалов. Бой в промежуточном весе до 75 килограммов. Изначально бойцы заявлены как легковесы. Взял паузу Расул Шавхалов сейчас. И ждет его Василий Полек, готовый контратаковать при случае. Мы видим, пошел в контратаку Полек. И, по-моему, удар ниже пояса, но я думаю, не специально. Показывает, демонстрирует всем видом Василий Полек, что очень-очень такой болезненный, неприятный удар. Но есть у него время для того, чтобы восстановиться. Я так понимаю, устное предупреждение, как минимум. А от рефери Расулу Шавхалову. И второй раунд продолжается. Вот, начинает поддавливать Расул Шавхалов. Я думаю, что пауза. Ох, хороший такой хай-кик передней ногой. И закончен второй раунд. Первый поединок, дорогие друзья, этого вечера, который прошел уже два раунда из трех запланированы. Все остальные закончились досрочно. Боится, что...
Ну что ж, нас ждет заключительная третья минутка этого поединка. Расул Шавхалов против Василия Полюка. Оба первые два раунда преимущество было, безусловно, на стороне Шавхалова. Вот сейчас атакуют черно-зеленые трусы. Это Расул Шавхалов. Василий Полюк. В общем, в основном обороняется и так редко-редко активничает. Вот попадает сейчас такой вертушкой на среднем уровне Василий Полюк. Вот такая очень вялая контратака в его исполнении. Расул спокойно подходит. Предостаточно времени для того, чтобы подготовить свою атаку. Вот клинч. Переводит соперника в паттер Шавхалов. Мы видим, меняет угол атаки. И сейчас, может быть, попытается зайти в мау. Работает активно коленями. Естественно, задача Василия Полюка — связать соперника. Во втором раунде была у него попытка провести болевую на руку, но удалось тогда освободиться Расулу Шавхалову. Выбраться из этой ситуации сложно. Вот ставит треугольник Полюк. Быстро забраться в маунт не удается Расулу Шавхалову. В любом случае контролирует ситуацию Расул Шавхалов. И у нас уже вторая половина заключительного третьего раунда. В очень непростом положении оказывается Василий Полюк. Напомню, что из трех поражений дважды он проигрывал по очкам и один раз проиграл болевым приемом. Ну, полностью здесь контролирует ситуацию, как я уже отметил, Расул Шавхалов. Для Василия Полюка, наверное, просто делом чести будет продержаться все три раунда. Пожалуй, даже так. То есть не помышляет он ни о каких активных действиях, мы видим, ни о какой контратаке. По крайней мере, чисто визуально такое впечатление создается. Пошел опять на добивание. Пошел в атаку очередную Расул Шавхалов. Здесь держит, так прижимается, старается затруднить дыхание сопернику. Переворачивает соперника. Давит локтем на горло Расул Шавхалов. Со стороны Полюка попытка забрать руку. Тут амплитудные мощные удары коленями.
Шавхалова. Ну, в общем, он доминирует однозначно в этом поединке. Попытка взять голову в треугольник со стороны Польёка. При этом пропускает он жесткий удар сам. Несколько жестких ударов от Шавхалова. Да, дорогие друзья, этот бой прошел по дистанции в 3 раунда по 5 минут. Это первая схватка сегодняшнего вечера, которая продлилась все запланированные боевые отрезки. Ну, лично для меня нет сомнений в том, кто выиграл. Я думаю, что для вас тоже. Но давайте дождемся объявления судейского вердикта. Дорогие друзья, в общем-то, никто не сомневался, наверное, да, Расул Шавхалов выиграл по очкам. Поздравляем победителей и уважение Василию Польёку, который смог продержаться все 3 раунда против такого серьезного соперника.